Итак, дорогие друзья, Ракутагин вновь примеряет на себя шкуру тотально замкнутого Дауна. Капитан Очевидность, вообще-то название данной игры переводится немного иначе. Но твой перевод почему-то мне тоже зашел. Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортит, а также шаги капитан слышишь? Да, кстати, шаги. Тум-тум-тум. Ом. А вон он, мой сладенький голубчик. Иди сюда. Хедшот, детка. You got owned. С почином тебя. Благодарю, капитан Очевидность. Играем мы в Total Lockdown. Обновление 2.0. Завезли нам много всяких новинок. Большинство из них, как бы, я еще не пробовал. Но вот вид от первого лица годный. У твоего персонажа голосочек такой пидорский. Слышь, ты пидорский. Че, должен быть голосочек, как у тебя? Пропитый до нельзя? Нормальный голос. Да, так и есть у тебя пропитый голос. Да, нормальный голос у него человеческий. Какой еще должен быть? Сойдет. Вид от первого лица. Вы знаете... Мне больше всего нравится, Ракутагин, как ты лутаешь. Что попало схватил, что к чему, что от кого. Ты вообще даже не понимаешь. Сразу видно, профи. Профи, да. Да тут нет времени разбираться. Потом разберемся со временем, привыкнем. Со временем ко всему. Вот эту, кстати, пушку я возьму, пожалуй. Она получше, чем калаш. Калаш, он хороший, но, блин, отдача такая тоже. Все-таки уводит немножко, уводит. Вот эта пушка, она пободрее, я думаю, будет. Может и нет. Оружия тут, кстати, много. Реально много видов вооружения. А я еще не во всем разобрался. Я до сих пор не могу понять, в чем магия этой игры. Вроде такая простенькая. Пипец затягивает, жесть. Тихо. Ага, сейчас. Надо, да, да, конечно. Сюда иди. Вот так, детка. Я, кстати, один раз только шот словил, сука, и сразу лег. О, этот отбегался. Ну, единственное, по стрельбе к тебе, да, претензий нету. Но это единственное. Да ничего не единственное, у меня много талантов, понял? А как же тактическое мышление, Кэп? А как же правильные перемещения? А как же опыт в королевских битвах? А у меня, извините, он не маленький. Это все имеет значение. А ты все, блин, только стрельба, стрельба. Нельзя на одну стрельбу надеяться, Кэп. На одной стрельбе не вытащишь. И не только в королевские битвы, даже в шутере не вытащишь. Стрельба это еще не все. Хотя стрельба, да, с ней проблем у меня нет. У меня с этим всегда хорошо было. Так. Том-том-том-том-паром-пам-пам-пам. Вид от первого лица реально годненький сделали. Прям такой, да дайте сказать, идите нафиг. Да сдохни ты, сука. Да задолбали. Ой, мама, нет. Тихо. Я не хочу умирать. Так не катит. Вот что действительно меня здесь радует, то что очень много всегда... Вид от первого лица мне чем-то PUBG напоминает. Кстати, PUBG, да, что-то есть такое. Ну, правда, очень отдаленно, все-таки тут графика более мультяшная. Ну, вот как-то, не знаю, интерфейс что-то как-то вот... Что-то такое есть. Не знаю, почему даже. Легкий-легкий такой вот оттенок PUBG есть. В принципе, это неплохо даже, что многим зайдет. Многие не хотят видеть мультяшного достаточно персонажа сзади от третьего лица. Попробуйте поиграть от первого. От первого очень тоже годненько. Очень даже годненько. Мне кажется, надо комбинировать. Комбинировать надо. А третьего лица все-таки преимущество. Одну кабину сломал, вторую, третью. Да? Ракутагин, тебе надо дать достижение, ломатель кабин. Кстати, неплохо звучит. Мне нравится. Да. Пылесос. Это я вижу. А, кстати, вон еще один пылесос. Такой, сука, хитрожопый. Куда ты побежал, мой сладкий? Интересно, где он? Заныкался или нет? Надо бы этого голубчика найти. О! О, нет, подпустите! Сука! Не походи. Так, ХП, надо срочно подлечиться. Срочно подлечиться, иначе будет поздно. Так, ну, в принципе, уже можно. Давай. Ага, сейчас. Даблкил. О, даблкил, я так. Сочно! Очень сочно. Где-то тут, по-моему, звук какой-то был. Да, иди сюда. Хедшот, мой сладкий. Такие сочные, блин. Сегодня что-то мне вообще везет на них. Везет. Один сочнее другого. Вот так. Та-та-да-да-дам. Какие-то штуки новые завезли. Я, правда, не соображаю, что это такое. Я вообще тут нуд, на самом деле.
Вымыла! Аккуратно, Ракутагин, у него дробовик. Дробовик, шмобовик. Главное, чтобы укрытие было. Кстати, а если... А, да! Какой хитрожопый парнишка, да. Решил сзади тебе припупырить. Да, мы-то сами спиноходы-профессионалы, нас так просто не возьмешь. Такой наивный, ага, сейчас обойдет он меня, конечно. Я, сука, сам так сотни раз обходил людей. Так что это не про тебя, парнишка, вообще ни разу. Да, так. Вы знаете, прямо много новинок, пипец тут. Вот что мне нравится, тут контента реально много завозят. Блин, обновление прошло, пипец. Я тот-то еще весь контент не выучил, практически ничего. Тут еще завезли. Вообще душевно. Молодцы. Разработчики, если вы это видео видите, я думаю, вы его почти наверняка видите. Почти наверняка. Ракиш, потому, что... ну вот честно, так ты думаешь, есть у этой игры потенциал? Есть, есть. Вот если они так же дальше будут, новый контент, еще, может, другие небоскребы потом добавят. Потенциал у этой игры однозначно есть. Однозначно. Разработчики, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Больше, не знаю, какую-нибудь там рекламную кампанию проведите крупную, еще что-нибудь. Не останавливайтесь. Игра реально годная. Она... уже не такая, кстати, сырая, буквально вот это обновление, оно много изменило. Управление более нормальное, ну, нормальное стало. Мышка теперь все не слетает, нормально, сенса нормальная, прям чувствуется, хорошо все работает. Не останавливайтесь, продолжайте, пожалуйста. Потому что рынок королевских битв, он вроде как, говорят, перенасыщен, но это не так, свежих идей нет. А вот тут свежие идеи. Просто вот сам небоскреб, он все меняет, весь геймплей. По сути, это такой, знаете, это даже как, не знаю, вроде королевская битва, а вроде и нет. Играется как какой-нибудь, знаете, free-for-all такой вот. Каждый за себя, только с одной жизнью. Именно, потому что карта нетипичная для королевской битвы. Больше какой-нибудь ДМ напоминает. И реально классно. Тихо. А, сейчас. Да, сука. Я забыл, блин, надо было дробовик поменять. С одной стороны, он мощный, вот этот двухствол. С другой стороны, два патрона. Это ни туда, ни сюда. Ни рыбы, ни мясо. Так. Ага, мой сладенький. Бля, я так люблю этих рачков. Хэдшот. Ну у тебя точно в этой игре потенциал есть. Ракутагин, ну признайся, собираешься какие-нибудь топы здесь покорять? Ну топы? Какие нафиг топы? Ой, мама! А, понял, топ по нажатию не тех кнопок, это ты умеешь. Это я умею, Кэп. Вот система лутания, как бы, да, часто могут врасплох застать за этой хренью. Вот это бесит, реально бесит. Я надеюсь, что больше такого не будет. Меня, кстати, не раз, несколько раз уже убивали так вот, не знаю. Раза три, наверное. Просто стоишь, что-нибудь лутаешь, там, секунду туда-сюда, как бац, нагнул. А тут, сука, это быстро, тут ТТК такой, как в шутере примерно. Кто-нибудь подбежал тебя неожиданно, выпрыгнул за угла, с дробаша поставил ваншот и все. Так. А ну-ка, вот эту штуку еще не пробовал. Какой ты долбоёб, палево взял, навел. Я не знал, сука, что она пищать будет. Надо бы тебе затаиться. Это точно, надо затаиться. Сваливай нахер! Ой, ёб твою! Сучки, бля! Как вы меня бесите! Че вы делаете, негодники? Бля, ну пожалуйста, дайте затащить, я столько фрагов сделал. Я имею право взять этот топ. Он мой законно. Вообще не интересует, мой законный топ. Ой, сука! Да, есть. С огнем такое. Играешь, рачишка, на тоненького прямо вывозишь. На тоненького, на толстенького. Такого говна вообще в планах не было. Где-то справа топает. Да, где-то здесь. Только вот где? Блин, по шагам не всегда понятно, к сожалению. Надо еще, я думаю, над звуком поработать. Но, в принципе, неплохо. Так. На! Хавай лимончик, падла. Ай да красава Ракутагин, я верил в тебя. Какой я ему хэдшотик-то прописал с дробовьерчика своего, а как прямо сладенько залетело. Да, классно. Азартно, ребят, вот что не отнять у этой игры, реально азартно. 10 фрагов, 10 фрагов. Топ-1. Кстати, винрейт у меня пока составляет 20 или 22%. То есть, каждую пятую катку я выигрываю. Ну, а в остальных я сливаю. В основном, чаще всего, из-за того, что я
пытаюсь лутать. И меня в этот момент кто-то убивает. Ну, соло есть соло, сами понимаете. В любой королевской битве соло это режим такой весьма рандомный. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось, ну вдруг по каким-то причинам, то ставьте лайки, это по желанию. Яйки чешите, это обязательно. Яйцо почесал, и Total Lockdown будет развиваться, развиваться и развиваться. Чему лично я буду очень рад. Вступайте в нашу армию, нагибайте, и мы увидимся с вами.